the shaking ground. It held me down, but I gotta get ready, gotta have enough. I see it all, I see it now. I got fear, I am so strong. I get a fight, yeah. Dancing in the fire, but I am a champion. And you're gonna hear me roar loud, yeah. Louder than a lion, but I am a champion. And you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee. I earn my stripes. I went from the hero to my own hero. Shaking ground, it held me down, but I gotta get ready, gotta have enough. I see it all, I see it now. I got the eye, I'm so dry. Get a punch, yeah. Dancing through the fire, but I am a champion. And you're gonna hear me roar loud, yeah. Louder than a lion, but I am a champion. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Очаровательная 9-летняя девочка, которая только что исполнила для вас песню Мария Хафес, а минувшей осенью стала победителем 3 международных конкурсов. И сегодня вокалистка готова поделиться с нами, дорогие телезрители, секретами своего успеха. Мария сегодня у меня в гостях. Добрый вечер, Мария. Но не одна, вместе со своим учителем по вокалу, руководителем образцовой вокальной студии «Нюанс» Инной Сорокалетовой. Инна Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, Мария, Инна Викторовна, расскажите, пожалуйста, о тех конкурсах, которые тебе, Мария, принесли победу. Я участвовала в 3 конкурсах, которые проходили осенью. И там, где я заняла лауреат 1-й степени. Они все были международными. 2 конкурса это проходило в Минске, а 1 конкурс в Москве. 3 победы. Это не 2-е, не 3-е место, а 1-е. Это, наверное, были еще что-то подобное в карьере, скажем так, Марии? Ну, вот у нас первично так. Настроены были летом поработать, и вот это результат летней работы. То есть летом, Мария, ты не как все дети отдыхают, летние каникулы, ты усиленно работала. Да, и получила результат. Московский конкурс более всех впечатлил, чем тем, что там было отборочных тура 3, интернет-голосование, и ребенок прошел благодаря интернет-голосованию на финальный тур в Москву. Ну и сама поездка, естественно, такая, да, интересная прошла. Что запомнилось больше всего, Мария? Ну, мне запомнилось больше всего большой кубок. Он был очень красивый, хрустальный.
виде волны, хрустальный кубок и тяжелый. Такого большого у тебя еще не было до этого, не да? Не было, первичный такой. Ну и потом с самим председателем фестиваля мы заочно ж познакомились перед тем, как высылать наши видеоматериалы. Васьковцов Валерий Дмитриевич, он председатель этих конкурсов, он, несколько у него есть фестивалей, конкурсов, и он вот нас пригласил поучаствовать. Это не просто приехал, единожды выступил, и победа, а первый этап, второй этап. Да, нужно было пройти, постараться, это был видеоматериал, снятый за, ну, живьем, не плюс, не запись заранее. Вот мы сняли на фотоаппарат и послали видео. А какие были требования, не знаю, может быть, к композициям или к исполнению? Ну, я бы так уточнила, что все фестивали, которые находятся за пределами Республики Беларусь, конечно, приветствуются на белорусском языке песня. Но здесь главным критерием это было тот номер, который ярче всего выглядит, звучит лучше. И что в Москве Мария исполняла? Мария? Я исполняла песню на английском языке «Roar». Ой, на английском. Молодец. Ну, поделитесь еще впечатлением от белорусского тоже. Наш мэтр, народный артист Беларуси, да, очень лестно отозвался. Да, был конкурс, как он назывался, «Новый стиль». Не вставил. Сам Эдуард Ханок, наш композитор, знаменитый белорусский, оценил выступление Марии и подчеркнул, что его удивила именно харизматичность и тембральность голоса. Расскажите, как вы 3 года назад познакомились с маленькой сирийской девочкой Марией Лехафес? Ну, сказать случайно, увидела на репетициях отдельно от школы музыкальной. Я увидела у нее потенциал, желание выступать, вот эту вот искорку. Сколько лет было Марии? 5. 5 лет. Да. И вот желание, и глаза, когда у ребенка глаза горят, и он еще музыкально одарен, то, естественно, с него пойдет результат. Я пригласила, с мамой пообщались. Мама как раз искала вокалиста. Я говорю, что ж ты искать, когда я вот здесь рядом. Вот, и пригласила ее в музыкальную школу на прослушивание. Она прошла, поступила 1 класс сразу. И мы усиленно стали заниматься, потому что просто талант – это очень мало, надо еще работать. А как вот, ведь Мария на тот момент, буквально, наверное, в то время приехали они в Беларусь из Сирии, и были даже языковые, наверное, да, трудности. Был барьер некоторый, мы стеснялись разговаривать. Мария, как быстро, как скоро ты выучила русский язык? Ну, мы с мамой тренировались, читали много и... Скороговорки, небось, да, занимались? Да. Вот. Так и добились. Ну и у нас, конечно, если ребенок выходит на сцену, общается с детками, идет раскрепощение, естественно, начинает она продвигаться больше в этом плане, в языковом. А было ли видно как-то сразу, что ребенок талантлив, можно с ним заниматься? Конечно, да. Вот, во-первых, талант был музыкальный, она ловила музыкальный материал сразу. А во-вторых, желание и усердие. У нас еще мама молодец, очень помогает. Вот английские песни, она сидит с ней, учит текст. Над произношением работает, помогает. Я вам скажу, что вот именно совокупность таких 3 сильнейших компонентов – это мама, педагог и ребенок. И тогда всегда будет результат. И, конечно, поддержка папы. Папа очень гордится. Педагог и ребенок недостаточно. Даже если это у мамы мало, нет, да, музыкального образования, все равно родители... Желание мамы, не обязательно музыкальное образование. Желание мамы и видение того, что ребенку это нужно, что ребенок этим живет, это очень большой дает в итоге результат. Мама не поет твоя, Мария? Нет. По каким, в принципе, вот, качествам вы оцениваете, стоит ли заниматься с ребенком, Инна Викторовна? Ну, в первую очередь, конечно, чистота интонирования. Все-таки мы вот прослушиваем на поступление в школу, когда деток, да? Если ребенок интонирующий уже, то есть чисто исполняющий какую-то мелодию, уже есть возможность им работать и развиваться. А помимо того, если он еще и открыт и идет на контакт, то еще легче заниматься дальше. Вот по каким-то таким, даже где-то немножечко есть чутье какое-то. Вот я вижу ребенка, он бывает даже не очень-то и поет, не очень-то и какие-то голосовые данные, но чутье подсказывает, что вот с ним можно, что у него что-то есть, что он хочет, что он горит. Это очень важно. Мария, ты поешь только сольно или не только? Есть еще группа «Нюанс», там 6 девочек, и мне тоже с ними нравится петь. А как все-таки больше нравится, со всеми или сольно? И так нравится. Универсальный способ. А что тебе больше всего привлекает вот, возможность выходить на сцену, петь? Ну, мне нравится петь для зрителей. И чем больше людей в зале, тем больше я радуюсь. Чувствует отдачу, правда? Когда зрители поддерживают, это, конечно, большое
Да, для артиста как без этого, без аплодисментов, да, да, да. Без горящих благодарных глаз. Инна Викторовна, расскажите немножечко о своем детище, об образцовой студии, нюанс. Ну, студия уже существует, вот мы отметили недавно 15-летие, в 16-м году уже 16. Это очень интересная работа, это целая жизнь, это семья. Мы вот от 5, сейчас некоторые даже 4 пришли детки, до 16 лет мы живем одной семьей, мы праздники отмечаем сейчас все вместе. Ну, это какой-то пласт работы, конечно. Ну, таких маленьких, прям 4-летних берете. И сколько насчитывает сегодня образцовая студия? Ну, на данный момент ближе к 40 детей. Как думаете, благодаря чему удалось заслужить звание образцовой? Ну, это тот состав, который заслужил звание образцовой, они уже выпускники, они уже многие профессиональные сами певцы. А заслужить усердию, всеобщей работе моей, детей, было такое какое-то желание как-то выстрелить, чем-то доказать свой уровень, и поработали. Мы 3 года плодотворно работали для того, чтобы вот накопить материал, конечно, музыкальный, и показать концерт на звание образцовой. Это на 1,5 часа у нас был концерт живой. Инна Викторовна, Мария, мы чуть позже продолжим с вами беседу, а сейчас хочу познакомить наших телезрителей с еще одной очень интересной и талантливой вокалисткой. Послушайте, пожалуйста, что и как она поет. Сторонкой моей. Зори
Как и обещала, дорогие телезрители, хочу познакомить вас с еще одним юным талантливым дарованием. Это ученица детской школы искусств номер 6 города Гомеля Ксения Симак. А также к нам присоединилась учитель Ксении по вокалу Марине Колбая. Ксения, Марина Рабоевна, добрый вечер. Добрый вечер. Ксения тоже поет, но если у Марии эстрадная манера исполнения, то Ксения академический или классический вокал. Инна Викторовна, Марина Рабоевна, поясните, чем отличаются эти два направления? Ну, во-первых, манера исполнения друг от друга отличаются. Академический вокал и эстрадный. Это другая подача звука, другая подача гласных, согласных. В эстрадной манере мы работаем на микрофон. Это, да, другое звукоизвлечение. Академический вокал предполагает все-таки посыл звука немножко дальше и на более сильной опоре. Марина Рабоевна, вас тоже как профессионала хочется послушать. Ну, вы знаете, что академические пение – это больше такое искусство, которое очень много трудолюбия надо иметь, чтобы и упражнения другие. Конечно, в эстрадной манере почти одинаковые, но есть упражнения, которые в академической манере больше как бы обращаем внимание, чем в эстрадном. Есть такие упражнения. В эстраде более другие упражнения. И, конечно, мы выбираем уже, когда видим, что ребенок уже тембр, видно, что у ребенка больше академической манеры, конечно, мы работаем уже в академической, и все упражнения, вот это все в академической манере. Ксения, во сколько лет ты стала заниматься в школе? Я пришла в музыкальную школу в 4 года. Мне не хотели брать, но моя мама попросила, и я поступила на подготовительное отделение. Марина Рабоевна, как вот вы обратили внимание и все-таки решились взять такого маленького ребенка? Да, она была очень маленькая, но такая она. Вот когда она пришла на урок, конечно, я сразу обратила, что интонирует ребенок очень чисто. 4 года это как бы очень редко бывает. И постепенно уже слышишь, что ребенок поет. Мы детские песни, конечно, пели. И первый концерт, который у нас в школе был, не первый концерт в школе, ее участием, ей было, наверное, 4,5 года. И пела Лисичкин вальс. И, конечно, все чисто, аккуратно. Конечно, с дикцией были проблемы, но видно, что ребенок уже не побоялась выйти в сцену и вышла и спела. Ксения, какие твои воспоминания от первого концерта? Я очень волновалась, боялась. Я еще до конца не могла держать микрофон. Чуть поднялась на сцену, потом там еще как-то, я помню, кружилась. Но я все равно как-то чисто спела очень хорошо. Да, хорошо спела. Так. Талант, он и есть талант, правда? Даже с маленького возраста. Марина Рабоевна, а как вот с родителями вы определялись? Не знаю, с направлением или как вот... Почему? Мы просто работали. Годы уже... Да, мы просто работали 2 года, усердно работали. Всякие упражнения, дыхательные, вокальные упражнения, песни разные. Но уже 8 лет, уже когда ей уже 8 лет стало, уже и родители, и она сама решила, что вот академическое пение, конечно, развивать надо ее больше. Ксения, вот. Когда тут предложили, тебя осознали, ты сама поняла, что академически не пугало вот перспектива петь в хоре, капелле? Нет, меня не пугало. Мне очень нравился академический вокал. Мне нравилось, он был очень красивый. Были очень высокие ноты, так как у меня голос сопрано. Я очень люблю на высоких нотах петь, на нижних не сильно. И я знаю сейчас, что академия – это высокое искусство, которое было, есть и будет. Умничка. Вот ребенок еще в своем возрасте, а понимает, это же настолько не такое массовое творчество, да, искусство. Да, она, правда? Девочка очень умная и талантливая, и трудолюбивая. Она в школе у нас музыкальная круглая отличница, и в школе вообще образовательная. Она очень много работает. И, конечно, спасибо родителям, потому что родители очень работают над этим, чтобы ребенок вот так развивался. Но вам, Марина Рабоевна, несмотря на то, что были природные данные у Ксении, пришлось, наверное, очень потрудиться, потому что так учитель и такое направление много вложили. Да, конечно, да, очень много работали, конечно, с концертмейстером, потому что одной я, конечно, надо обязательно концертмейстер, потому что мы 2 педагога работаем, когда у нее урок, 2 педагога работаем, и, конечно, очень много работаем, чтобы фразы не так получилось по-другому, чтобы что-то так почувствовать, и, конечно, дикция очень главная дикция. И вот над этими работаем, помогаем друг другу. И, конечно, родители. Тесный контакт с концертмейстером, потому что очень. Это большая, огромная поддержка. Живой человек за инструментом. Это не под фонограмму петь, конечно. Да. Они чувствуют друг друга. Да, пульсация одна. Да. И когда это совпадение, то это взаимопомощь. Да, конечно, да. Из-за этого, вот, конечно, мы когда на конкурс едем, конечно, обязательно с нами концертмейстер, потому что без этого мы всегда так.
Ксения, как считаешь, повезло тебе с учителями? Я считаю, да. Учителя очень хорошие, добрые, помогают мне, подсказывают, как надо петь, как правильно ставить голос, как ноту каждую взять. А насколько сегодня в Беларуси востребован, на ваш взгляд, академический вокал? Вы знаете, что вот мы очень часто ездим на конкурсы. В Беларуси, конечно, мало конкурсов в академической манере. Мы почти не востребованы. Вот, вот только 2 года, как начались, вот есть такие конкурсы, где уже где эстрадная манера пения, там и есть академический. Конечно, я приветствую всегда, и всегда мы участвуем. Конечно, всегда мы первое место занимаем, потому что ребенок и правда талантливый. И есть дети талантливые, я знаю. Но очень хороший конкурс, мне нравится это. В Лиде есть такой Лидский венок. Конечно, там уже конкуренция там есть. И видно, что есть. Конечно, со всей республики. Это республиканский, и со всей республики очень серьезная, серьезная как бы конкуренция серьезная. Без конкуренции тоже выступать интересно. Потому что мы сами тоже учимся, смотрим, и программы какие-то новые, какое-то что-то новое, и, конечно, нам очень интересно, да. А больше в России, конечно. Там, конечно, это очень развито. И хотелось бы, чтобы в Беларуси было больше конкурсов. Инна Викторовна, Ксения же и у вас занимается? Да, вот по поводу темы насчет хора. Ксения занимается у меня в вокальной группе, в эстрадной студии. Она в своей манере прекрасно дополняет коллектив. Она имеет ведущую партию свою и отвечает за свой голос одна. То есть ребенок развивается, гармонический слух у него развит очень хорошо и большая поддержка для вокальной группы. Наверное, не каждому вот, ученику можно доверить сольную партию. Не каждому, конечно, это чистая интонация, это обязательно. То есть Ксения, мы уже уверены, она любую темочку ловит на лету и очень выручает наш коллектив своим голосочком, серебряным, красивым. Ксения, а тебе больше нравится сольно петь или вот вместе со всеми? Мне очень нравится петь сольно, но и также мне очень нравится петь в образцовой студии «Нюанс». Сольно петь очень хорошо, ты сам себя слышишь, а в группе веселее, лучше, интереснее. И поддержка. Ну, сольно тоже интересно. И развивается гармонический слух, да. И она все слышит. Конечно, с ней очень приятно тоже работать, не все дети выдерживают вот эти все упражнения. Вот когда мы, например, работаем над произведением, да, есть фразы, например, вот мы остановились, я ей объясняю. Она даже лучше сделает, чем я объяснила. Вот она, потому что у нее есть чутье внутри, чувствует, да, она чувствует. Вот это стержень, который она чувствует, и она лучше споет. И, конечно, это очень важно. Очень много планов творческих. Поделитесь, куда собираетесь, к чему готовитесь? Инна Викторовна, Мария. Ну, у нас есть, конечно, большие, грандиозные планы впереди. Мы не будем говорить очень конкретно, так вскользь, только обмоемся, что очень хотим попасть на Евровидение детское, попробовать свои силы. Она еще просто маленькая, там только с 9 начинается. Вот мы планируем через год начать вот плодотворно готовиться к этому. Вот. А сейчас мы вот между 2 турами прослушивались на Славянский базар детский. Вот один прошли, сейчас побежим на второе прослушивание. То есть все равно в процессе работы всегда. Мария такая серьезная, думает, да, Инна Викторовна такую задачку поставила передо мной. А ну хорошо, когда стоит задача впереди, тогда и стимулы есть, рвение больше. Но у тебя есть желание, Мария, принять участие в таких серьезных конкурсах? Да. Самое главное. Марина Рабовина, Ксения, а вы к чему готовитесь? Ну вот мы на следующей неделе уезжаем в Москву. Там 5-й международный конкурс вокалистов имени Беляева. Очень серьезный конкурс. Вот мы там будем участвовать. Конечно, в марте месяце «Серебряный голос». Это тоже Москва. В феврале мы будем участвовать в «Прилуке». Это международный конкурс тоже. И, конечно, 14-го, самое главное, что я бы хотела, 14 декабря у нас будет концерт «Академическое пение вчера и сегодня». Беларуси. Что, да. Что за концерт? Может, Ксения немножко пояснит, но тоже она в курсе дела. Да, конечно. Там будет концерт, посвящен академическому пению. Я там буду петь несколько своих произведений. Песни. Да. Да, мы надеемся, что у нас посетит народная артистка Беларуси Павленок Галина Ивановна. Да. Она хочет тоже на эту тему поговорить со зрителями. Мы приглашаем педагогов, музыкантов, директоров школ, завучей. Пожалуйста, всех приглашаем на наше мероприятие. Это не просто концерт, это тематический вечер. Но надо устраивать такие встречи. Конечно, и обязательно. Показывать не хватает нам это, конечно. С каких-то площадок нужно начинать, чтобы вот
академический вокал. Видели, слышали, что это интересно, правда? Ну что ж, уважаемые гости, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня. Девочки, вам желаю творческих успехов. Вы такие умнички, красавицы. Вот еще желаю вам быть такими же счастливыми и успешными. Всего хорошего. Вам до свидания. До свидания. Телезрителям напоминаю, что этим добрым вечером у меня в гостях были талантливые юные вокалистки Мария Альхафес и Ксения Симак, а также их учителя Инна Сорокалетова и Марине Колбая. Незаметно день за днем идет. Я рисую, я иду вперед. Я не та, что здесь была вчера. Я научилась быть сильней. Программа «Добрый вечер, Гомель», и мы продолжаем. 2 года назад в Беларуси начал реализовываться проект «Мой стиль жизни сегодня, мое здоровье и успех завтра». В апреле нынешнего года проект нашел поддержку и в Гомельской области, а именно в Государственном университете имени Франциска Скорины. И сегодняшние наши гости расскажут о том, что из себя представляет проект и как реализуется у нас в области, в частности. Итак, у нас в гостях сегодня руководитель этого проекта, психолог, старший преподаватель кафедры социальной и педагогической психологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Наталья Новак. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Также в гостях заведующий отделом общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Соболева. Добрый вечер. И волонтеры проекта Руслан Артемьев и Виктория Случак. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, уважаемые гости, какова главная цель республиканского проекта и кем он поддерживается? Прежде следует сказать, что основной целью является формирование приоритетов здорового образа жизни, а также формирование культуры здоровья. Данный проект поддерживается Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь. От Министерства здравоохранения данный проект поддерживается главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Жуковой Натальей Павловной. Со стороны Министерства образования данный проект курирует заместитель министра образования Якжик Виктор Викторович. А как вообще возникла эта идея, в связи с чем, может быть, изначально самое-самое первое, кто придумал?
Прототипом реализации данного проекта началась его реализация на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники еще в 2014 году. В 2016 году, в апреле этого года, администрация университета имени Франциска Скорины обратилась к нам с предложением начать реализацию данного проекта на базе университета имени Франциска Скорины. Мы поддержали данную просьбу, согласовали все мероприятия, которые будут проходить в рамках этого проекта, и данный проект получил свое существование с апреля 2016 года. Каким же образом реализуется он у нас? Но следует сказать, что при очень тесном взаимодействии отдела общественного здоровья нашего учреждения, университет имени Франциска Скорины, здравпункта университета имени Франциска Скорины, а также филиала номер 6 в Гомельской городской центральной поликлинике. Ну, проект же появился не случайно. Вы же знаете, что уже на первом курсе студенты поступают, они имеют массу заболеваний. И в процессе обучения, к сожалению, его здоровье их не улучшается. Ведь здоровье нельзя где-то почерпать, его нельзя получить, оно не становится больше. Его можно только сохранить, либо его не сохранять. И руководство нашего университета задумалось о том, как же сохранить здоровье наших студентов. Так, таким образом мы стали сотрудничать. Наталья, по каким направлениям работаете с молодежью и как прививаете? Ну, если говорить в целом, то этот проект рассчитан на студентов Гомельского государственного университета. И основными направлениями, как традиционные, это профилактика аддиктивного поведения, то есть это табакокурение, наркомания, алкоголизация, но это не все. В настоящее время психологи и другие специалисты уже поняли, что только рассказывать о том, как вредно пить и курить, этого недостаточно. И сейчас этот проект имеет своей целью формировать у студентов особую психологическую культуру, особую валиологическую культуру, где студенты должны осознавать, что здоровье, их здоровье в их руках. Так? И это является основная задача. То есть задача проекта, чтобы после наших занятий, мероприятий, после нашего взаимодействия, каждый из студентов задумался о том, что я могу сделать для себя, для своего здоровья, как я могу его сохранить. Да? Конечно, мы говорим со студентами навыки и те знания, которые необходимы для ведения здорового образа жизни. Так? Безусловно, это тренинги и различные занятия, которые способствуют повышению ответственности, способствуют повышению самоосознавания, то есть ответственной позиции личности, активной личности, которая сможет сохранить свое здоровье. Ну и если смотреть уже с точки зрения обучения, то психологи, которые работают в этом проекте, будут иметь более высокий уровень профессиональной компетенции, по крайней мере, в вопросах здорового образа жизни. Ребят, ну, собственно, вы принимаете активную часть, насколько я поняла, в проекте. Какое ваше мнение, впечатление вообще о нужности, важности этого проекта? Ну, я считаю, что этот проект имеет большое значение в жизни студентов, в жизни учеников, так как мы проводим мероприятия на базе университета, на базе школ. И я считаю, что детям очень важно знать о том, что им нужно сохранять свое здоровье, так как, как называется наш проект, сохранение здоровья сегодня влияет на будущее ребенка в будущем. Конечно, очень важно это осознавать. Действительно, не зря, особенно вот в этом возрасте, когда вот уже свобода появляется у студентов, они вырываются, как говорится, во взрослую жизнь, и надо давать себе отчет всем своим действиям. Кстати, вот Руслан проводил исследование по поводу изучения ценностных ориентаций студентов, так, нашего университета, и как, Руслан? Руслан, ну, о здоровье в системе ценностных ориентаций студентов. Мое исследование показало, что среди молодежи современной как-то так получается, что здоровье стоит далеко не на первом месте. Ну и это как-то грустно, печально. И вот поэтому мы решили заниматься этой деятельностью и проводим такие занятия, проводим различные акции и тренинги. Да, вот подробнее о том, что вот вы, в частности, волонтеры, делаете. Мы проводим различные тренинги. На предмет, на тему, например. Основная тематика, как мы говорили, же профилактика аддиктивного поведения, так? Да, мы проводим профилактические беседы, то есть на тему зависимости. Это такие зависимости, как любовная зависимость, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. Аудитория – это студенты, да? Студенты, школьники. Школьники. Да, также мы проводим различные акции. Ну, в основном, как бы, акции, это тоже, опять-таки, в университете, в школах, в ходе которых ребята могут и узнать что-то новое для себя приобрести, и оставить свои отзывы, ну, на тему того, как они видят здоровый образ жизни для себя. Руслан, ну и много вас? Волонтеров в проекте. Насколько активны? Достаточно много, и многие просто согласны с моим мнением.
Я считаю просто, что сейчас действительно это важный вопрос. И молодежи надо как-то прививать, пытаться вот эти навыки здорового образа жизни. Ведь это действительно очень важно. Ну и как-то... Да, Руслан, у нас сейчас в этом проекте участвуют студенты 2, 3, 4, 5 курсов, так? Те из них, которые именно непосредственно в проекте «Мой стиль жизни сегодня, мой здоровье, успех завтра», их 30 человек. Мы их ограничили таким количеством, потому что с ними ведется непосредственная работа. Мы сначала обучаем, их развиваем, потом они уже движутся дальше, так? Что касается направлений, вот Вика сказала, что есть школьники и есть студенты. Действительно, основное направление – это академические группы нашего университета. Нас приглашают в учреждение образования в колледжи и вузы другие города Гомеля. Так, второе направление – это работа в общежитиях. Там по-прежнему остается важна эта тема профилактика алкоголизма, наркомании. Не скажу, что есть там такая проблема, но чтобы ее там и не было, мы тщательно над этим работаем. Ну и третье направление – это учреждение образования, то есть это учащиеся средних школ и гимназии нашего города. Вика сказала, что любовная аддикция. Я бы хотела уточнить. Мы привыкли слышать, надо там бороться с алкоголизмом, табакокурением, так это спайсы, все это. Это уже на слуху. На самом деле сейчас прокатилась волна суицидальных этих попыток, и количество суицидентов растет. И как мы провели мониторинг, чаще всего это связано с неразделенной любовью, с невозможностью завершить отношения, с невозможностью пережить, что тебя не любят или ты не умеешь любить. Так? В психологии это имеет название «любовная аддикция». Вы знаете, что нельзя рассказывать учащимся, почему нельзя совершать попытки самоубийства. Потому что завтра они пойдут, и какая-то часть из них как раз и попробует. Чем больше об этом говорить, категорически психологи запрещают рассказывать эту тему. Но что же делать, ведь проблема есть. А действуем наоборот. Я научу тебя любить, научу тебя жить. Тебе не придется с этой жизнью распрощаться. Так? Ты будешь знать, как жить здорово и как жить здорово. Так. Отличный слоган. Да, вот вы как психологи очень много говорите о том, о тех аспектах, которые очень важны действительно. А уделяете ли вы внимание, вот, может быть, культуре питания, как правильно, здорово питаться? Есть такой момент? Здесь нужно скорее сказать с другой точки зрения, что наш отдел общественного здоровья разработал 10-дневное цикличное меню для студентов, которые участвуют в данном проекте. Данное меню разработано с учетом способа приготовления блюд, учитывается калорийность употребления продуктов питания, учитывается калораз, а также учитывается соотношение по белкам, углеводам и жирам. Также из рациона питания участников проекта исключены жареные блюда, также соусы, содержащие майонез. Предпочтение дается для заправления салатов соусом, которые содержат сметану или растительные масла. Также участники проекта могут высказать свое мнение по разработанному меню и внести свои предложения по его корректировке. Вот. Финансирование питания осуществляет правков студентов университета, и в дальнейшем, в этом учебном году данное сбалансированное питание будет продолжено. Слушайте, вы, конечно, хорошо рассказываете, все это, да, полезно, естественно, для здоровья, но вспоминая себя в студенчестве, да и когда часто все на скорую руку, и как раз-таки то, что вредно мы все любим, насколько вот ребята принимают такую вот сбалансированную пищу? И, ребята, вас тоже хочется услышать, но сначала, Людмила, вы поделитесь, как реагирует молодежь. Первоначально они относились с осторожностью, затем мы провели определенный ряд бесед, поработали с родителями, получили разрешение родителей, разрешение университета работать с данной целевой группой. И в дальнейшем, когда уже мы начали проводить работу, они очень активно стали отзываться. И вот сейчас они уже говорят, что давайте дальше, давайте, мы хотим питаться правильно, мы хотим выглядеть красиво и быть здоровым, вести здоровье. Теперь уже на выходные мамам заказывают котлетки на пару. Ребят, ну как вам такая идея? Ну, я лично могу сказать, что да, несмотря на вот этот постоянный студенческий ритм жизни, да, тяжело соблюдать здоровое питание на 100%, но следуя своим мотивам, как бы стараешься приближаться к нему как можно больше. Поэтому не могу сказать, что питаюсь правильно на 100%, но на процентов 80 справляюсь. Руслан, а ты?
Ну, понятное дело, кушать-то хочется всем. Иногда хочется поесть чего-нибудь вредного. Но если ты хочешь быть действительно здоровым, и если хочешь, ну, как-то хотя бы выглядеть попросту лучше, то, понятное дело, нужно питаться правильно. И как-то правильное питание просто делать частью своей жизни. Есть ли какие-то такие новые, может быть, инновационные формы работы с молодежью, способы донести информацию? Может быть, слышала, не знаю, насколько, правда, видеоконференции устраиваете? Если говорить о новых формах работы, то у них, безусловно, есть. Если говорить о видеоконференциях, то Людмила Григорьевна. Видеоконференции, да, я поясню по видеоконференциям. Вообще, что касается видеоконференции, то мы еще когда началась реализация проекта данного на базе Белорусского государственного университета радиоэлектроники и информатики, то мы уже тогда начали проводить очень активно онлайн-консультации и онлайн... Наладили взаимосвязь проведению онлайн-консультаций. И вот уже активно внедрили эти онлайн-конференции. И у нас уже весной проведено 3 онлайн-конференции. И в октябре вот планируется проведение ряда конференций по определенным целевым тематикам, по профилактике заболеваний и повышению физической активности, рационального питания и ряд других тематик. Вот, поэтому мы активно внедряем, активно работаем по данному направлению. Это позволяет как-то обменяться опытом, так, скоординировать наши действия, чтобы мы все-таки движемся в одном направлении, в сторону здоровья. Да? Да, а что по поводу новых форм? Типичные лекции уже у нас не в моде. Никто уже не говорит: здравствуйте, сегодня лекция о вреде курения. Так уже никто не будет слушать. И тем более говорит, что вы, студенты и учащиеся, могут сказать: ну что вы еще хотите узнать? Мы вам сами можем все рассказать. Так? Одна девушка сказала: сколько уже можно говорить про наркоманию? Я же скоро сама захочу попробовать. Так, так активно и так часто мне об этом напоминают. Да? Ну а мы предпочитаем новые формы действия, условия, эффективности которых самое главное – это взаимодействие. Да? Нет лекций, есть деловые какие-то диспуты, есть ток-шоу, есть акции, но это многомасштабные, если мы говорим. То, что касается аудитории школьников, студентов, то это викторины, ток-шоу, это непосредственно тренинговая форма работы, так и различные, ну, диспуты, я уже сказала. Что-то еще, Руслан, Вика? Также мы используем активно социальные сети. Ведь как сейчас молодежь без социальной сети? Это стало действительно частью жизни. Мы создаем какие-то группы, сообщества, и там публикуем записи о питании правильном, рассказываем какие-то примеры и приводим какие-то примеры, например, спортсменов, каких-то актеров. Всегда людей. Хорошо, положительный пример приводим. Да. Там людей, же опросы проводятся, мнения по поводу здорового образа жизни. Да, так, также, студенты? Когда мы проводим какую-то профбеседу, мы обязательно в конце сообщаем электронный адрес, и ребята могут ознакомиться, дополнительно ознакомиться с тем, что мы уже рассказали. Ребят, как вы думаете, вот такой опыт участия в таком проекте, как пригодится вообще, ну, помимо того, что вы там здоровее питаться, может быть, станете в будущем как-то в вашей профессии психолога? Ну, если немножко отодвинуть в сторону саму суть здорового образа жизни, то как бы мы же непосредственно взаимодействуем со школьниками, взаимодействуем со студентами, а это очень сильно повышает наш профессиональный уровень. Поэтому я считаю, что это очень здорово для меня, вот лично это большой опыт. Важно, что они еще студенты, но имеют уже возможность работать. Работать с аудиторией, при этом еще приносить пользу. Да. Я вот еще хочу дополнить, что есть такая форма работы, как равный обучает равного. Да? Вот они получили, да, основная форма работы, да, которая работает вот, наши учащиеся, студенты данного проекта, они, получив определенный багаж информации, несут эту информацию в массы. И здесь получается, что теория совмещается с практикой. Поэтому вот эта вот форма работы, это сразу очень действенно. Сразу волновались, конечно. Конечно, только начали. Все, как это мы, да как они же еще были на третьем курсе. Это еще совсем молодежь. А мы им уже даем, давай ЗОЖ, молодежь, да. Они волнуются. Но сейчас знания получили, опыт накопили. Сейчас только приходим и говорим: так, ребята, у нас тема такая-то, направления такие-то, кто идет, кто сегодня. Да? Сейчас уже, конечно, много проще. Да, хочу сказать, что вот у нас определенные модули разработаны и нашими психологами, нашими специалистами отдела, и по профилактике заболеваний, и по ведению здорового образа жизни. Поэтому мы активно их используем в работе, потому что это тоже одно из звеньев сегодняшней работы с молодежью. И поэтому очень активно приветствуются молодежи, ребята. Вы в них однажды поверили, и они теперь оправдывают ваши ожидания. Прекрасно. Безусловно. Но хочется послушать еще ваши планы по поводу дальнейшей реализации, может быть, каких-то новшеств.
реализация проекта? Ну, что вообще это проект, конечно, долгосрочный. Его реализация продолжена до 2018 года. Вот, планируется внедрить данный проект во всех высших учебных заведениях области. На сегодняшний день уже начата реализация с октября 2016 года на базе нашего Белорусского государственного университета транспорта. То есть у нас в Гомеле еще есть один вуз? Да, уже начата реализация с октября 2016 года и планируется реализация на базе Мозырского университета имени Шемякина. Вот пока мы вот планируем понемножку, шажками, но планируется внедрить во всех вузах. С вашей стороны, Наталья, видите, как будущее проекта? Мы не сможем не работать. Став один раз на эту стезю, уже не сможем не работать. Сейчас наши волонтеры будут выпускники, они уже уходят, но мы набираем молодую поросль, так сказать. Сейчас старшие ребята передают опыт. И даже если проекта не будет, конечно, он будет, но если вдруг завершится там по каким-то границам, мы все равно будем дальше продвигать идею здорового образа жизни. Так, наших студентов мы без здоровья не оставим. Отлично. Повышать культуру здоровья. Культура здоровья, да. Как же без нее. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в гости, за то, что вы делаете такое большое полезное дело. Я думаю, ребята тоже благодарны, да и вам спасибо за ваше дело. Здоровья вам всем крепкого. Спасибо. Успехов. Взаимно. Всего самого хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Вам свидания. Тоже. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, в завершении программы я попросила нашего следующего гостя подготовить вам для прочтения несколько интересных книжных новинок. Итак, у нас в гостях библиотекарь отдела краеведения Гомельской областной библиотеки Николай Скинтиян. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, Николай, делитесь теми интересными изданиями, которые вы принесли к нам. Рассказывайте. Сегодня я расскажу о трех достаточно свежих книгах, которые привлекли мое внимание и, думаю, будут интересны, по крайней мере, многим нашим зрителям. Итак, первая книга с интригующим названием «Кто изобрел Вселенную?». Действительно, интригующее название. Да, ее автор – британский профессор Алистер Макград. По-своему, очень уникальный человек. Дело в том, что в прошлом он занимался молекулярной биофизикой и был атеистом. Но впоследствии, как он сам всячески неоднократно подчеркивал, именно благодаря науке он пришел к вере в Бога, стал религиозным человеком и даже получил ученую степень по богословию в 1978 году. Ну, как бывает, Николай, да? Да. И с тех самых пор он занимается проблемой взаимоотношений науки и религии. Он старается как бы примирить между собой научные и религиозные взгляды на различные вот фундаментальные вопросы. Кто мы, откуда, как возникла Вселенная, есть ли Бог и так далее. Ну да, людей многих это интересует, да. Правда? И все ищут ответ. Да, и он считает, что между наукой и верой никаких противоречий быть не должно. Мало кто знает, что тот же Чарльз Дарвин, всем известный, создатель эволюционной теории, сам атеистом не был. Несмотря на то, что его идеи послужили основой для многих атеистов, сам он существование Бога никогда не отрицал. И именно этому вопросу Алистер Макград посвятил свои книги, они стали бестселлерами, они были переведены на многие языки мира. И книга, которую я держу в руках, является новейшим исследованием данной области. Книга будет интересна всем, кто хотя бы раз в жизни задавался этими извечными вопросами, над которыми человечество бьется тысячелетиями. Я их уже озвучивал раньше. Да? Она будет интересна и верующим, и неверующим людям, всем интересующимся философией, религией, наукой. Вполне возможно, что после прочтения этой книги у читателей кардинально поменяется мировоззрение, так что если вы натура философская, если не боитесь переоценки ценностей, то, пожалуйста, читайте. Да, очень заинтриговали. Действительно, я думаю, что многие обратят внимание на эту книгу. Спасибо, Николай. Далее. Книга Сергея Черкасского «Мастерство актера». Станиславский, Болеславский, Страсбург. Предыдущая книга адресована более широкому кругу читателей. Эта книга узкоформатная. Она предназначена в первую очередь для людей театра. Актерам, режиссерам, педагогам, студентам театральных вузов. Ну, она мое внимание привлекла, тем не менее. Чем она полезна? Во-первых, благодаря этой книге читатель сможет досконально изучить систему Станиславского. Кто это такой и что это за система, думаю, многие, по крайней мере, слышали. Далее, она знакомит нас с методиками Болеславского и Страсберга, которые, в свою очередь, основаны на системе Станиславского, потому они и преподносятся вот в одной связке.
К слову, что касается Ричарда Болеславского и Ильи Страсберга, в свое время это были действительно громкие имена в мире кино, театра. Среди выпускников актерской школы Ильи Страсберга Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Микки Рурк, Мерлин Монро. С ней он был, кстати, в довольно тесных отношениях, она ему даже вот большую часть своего состояния завещала. Ну, не суть. В книге... Но, тем не менее, очень интересные обстоятельства. Да, в книге очень много практических рекомендаций, упражнений. И я думаю, для молодых людей, в первую очередь, которые хотят связать свое будущее с актерской профессией, эта книга бесценна. Но даже для нас, честно говоря, очень меня заинтриговали, как для работников телевидения. Да, да, поэтому, если таковые среди наших зрителей есть, то милости просим в областную библиотеку, читайте. За новейшим изданием. Да. Хорошо, спасибо. Ну и напоследок, самая интересная книга, на мой взгляд. На я закусочку, думаю, так сказать, да. Она заинтригует многих. Называется она «Словарь жестов. Как читать мысли без слов». Написал ее известный психолог Жозеф Мессинджер. Это один из крупнейших специалистов в области невербального языка, то есть языка жестов и телодвижений. Буквально пару лет назад, совсем недавно, у него вышла книга под названием «Я вижу вас насквозь. Как научиться читать человека как книгу». И вот «Словарь жестов» является логическим продолжением этой книги, так сказать, логическим продолжением исследования данной области. Все мы знаем, что, ну или, по крайней мере, догадываемся, что язык жестов, язык телодвижений, мимики самый правдивый, потому что все это идет от подсознания, и волей-неволей это выдает наши истинные намерения, настроения. И если человек научится правильно интерпретировать язык мимики, жестов, то от него буквально ничего не утаишь. Вот. Здесь описаны более 1000 жестов, позиций, каких-то мимических проявлений. Здесь много иллюстраций, что очень удобно. И я надеюсь, что эта книга не попадет в руки моим знакомым. Почему? Потому что тогда я буду у них как на ладони, скорее всего. Книга очень интересна. А вот как это с помощью книги? Можно научиться, например, как-то маскироваться наоборот? Конечно. Научиться, правильно, жестом каким-то? С помощью этой книги вы узнаете много не только о других, но и о себе. У каждого есть какие-то свои характерные жесты во время разговора. Непроизвольные, которые появляются, да. Мы не знаем, что они обозначают. Которые, а можно найти инстинктивно ответ. Вот, да. Проявляются у нас. Очень интересно, Николай, эта книга. Спасибо. Пожалуйста. Подборку вы сегодня подготовили замечательно, огромное спасибо. Ну что, ждем вас в недалеком будущем с еще более интересными, будем надеяться, книгами. Ну а на сегодня спасибо. Всего спасибо. Вам хорошего. До свидания. До свидания. Телезрителям напоминаю, что в гостях у нас был библиотекарь отдела краеведения Гомельской областной библиотеки Николай Скинтиян. Я же, уважаемые телезрители, желаю вам хорошего, доброго вечера, настроения хорошего. И прощаюсь до следующего. Раза. Всего хорошего. До свидания. Мир меняется цветом. Посмотри, если в сердце лишь лет, то зима позади. Ты своим настроением солнце распутил, чтобы утро запело в ладонях твоих, и закружит качель детские сны. Зачем мы не говорим прости и с кем? Случайно всю погиб.